когда мне расскажут, как работать со звуком в Перово, я буду счастлив. Номер 9, давай персонально. Так, придется все повторить еще раз. Всем добрый день, дорогие друзья. День, дорогие друзья, у перелучшего на Москва, Белл, дивизион Рофл. Встречаются Юкон Хаскис и Майами Бич Кингс. Сейчас еще 4-1. Я не понимаю, почему микрофон кончится этот. 13 очков не такой страшный результат. Видели мы сегодня матчи, в которых 13 отыгрывали. Видели мы матчи, в которых... Роман. Майами Бич Кингс, 21-й Еремин Иван, 9 Минеев Дмитрий, 29 Матвеев Михаил, 6 Буханов Андрей, 1-й Сенчеров Илья, 5 от... Помоги, помоги! Не пали! Проход и есть два. Есть два очка. К сожалению, забить не получилось. И пока что подбор тоже забрать у Майами не получилось. Но все-таки вот он. Хорошая передача. Смотри, ушел. Мяч у Еремина. Еремин 2. 4-13. Плюс 9 сейчас мы видим от Майами. Трехочковый нету. Подбор. Ой-ой-ой, это хорошо, а это можно, можно такой. Мочелов попытался пройти. Не получилось. Чуть-чуть, но Сенчер остановится. Нет, найдет он все-таки передачу. Первый точен. Слов. Хорош! Матвеев. И есть два. Два. Точно. И там номер 24 получает персональное замечание. Спасешин. Спасешин. Ой-ой-ой, какая распасовочка пошла. Ой-ой-ой-ой-ой, Реджин Рондо фейк. Хорошая попытка. Булаев. Не точно. Матвеев. Мочелов, Мочелов. Ну, из-под кольца. Матвеев почищает. Скачок на линии штрафных. Первый там. Замена готовится у Майами. Ой-ой-ой, хорошая передача, и это очень за Сенчерова. Какая передача, и Мардинцева тоже отключает. Хочу! Иди в трех очков. Два Алферова. 37-10. Лов на подборе. Хорошая передача. Алферова 3. Алферова 3. 42-10. Играющий коуч забивает. Мочелов. Вырывается. И есть еще бан. Мочелов 6 очков. 44-10. Есть. Качук. Есть. 44-13. Последние минуты не останавливаются. Я что-то
решает пройти, заходит, мне, но не забивает Селезнев. И есть. Спасовка и бывает там. Мочалов. Минеев. Мочалов. И там два. Оп! И есть, отбивает метко Чук. Максименко. Два очка, три подбора. Мочалов, Минеев, Булаев. С разворота два. И Ткачук 3. 17. Булаев. И есть. И есть еще два. В подборе. Хочу. Нашел контакт с Матвеевым, и два есть. Сади. Пустовато в чате, конечно, сегодня. Нет. Алферова. Алферова 3. Мардвинцева. Хочу. Не точно. Блок-шот получает. И Ткачук на линии штрафных. 3 минуты до конца третьей четверти. Ай, как рядом. 27-66. Ой-ой-ой. Еще 27-71. Ткачук 3. И есть еще 2. Блок-шот. И там уже преодолевает отметку в 30 очков в каске. Замены нету на последнего. Ткачук. Ткачук против Еремина уходит и забивает банкшот. Смерть болит! Ничего. Отличный евростеп и есть два. Ткачук. Мог бы и сверху дать. Трехочковый, неточный. На подборе Матвеев. Проход и на Мочалова Ткачу! Управляет мяч. А сейчас Матвеев мстит за своего сокоманника. За тот обидный блокшот. За тот обидный блокшот. И забивает. Качу. Хорошо. Два штрафных. Первый бросок. Качу.
Качок 3. Ой, бывает. Ошибка. И еще 2. 40 очков набрали просто. Еремин. Матвеев. Еремин. Качук. 1-3. Качук 3 через Линеева. Не точно. Началов на подборе. 43-82. Ой-ой-ой. Качук на линии штрафных. И забивает Еремин. Качук, 29 сегодня. Есть еще два. Матвеев, 2. Первый сегодня, кстати. Сорок семь девяносто. Хочу. Здорово. Селезнев. Не точно. Подборы, Крыслов, подбор второго шанса набирает. 49-95. Не точно. 51-95. Последняя атака. Не добили 100. Ромок Селезнев. Селезнев, да. Итак, можно поздравлять по имени? Не точно. Да, успевает он забить последнюю. И заканчивается.